Друзья, доброго времени суток, подписчики, гости канала, рад приветствовать вас у себя на канале Гайкас ТВ, всегда на позитиве. Значит, надлогу дня о Джеке. Короче, дракон прилетал, короче, все время на село нападал и палил это село. Ну вот, уже людей это достало, собрали они, короче, совет, посоветовались, решили отправить самого сильного, короче, чтобы он пошел драться, пошел и убил этого дракона. Ну, короче, отправляют они Иванушку-дурачка. Ну, все, то собрались ему там эти сумки с едой, все отправили. Он пошел, короче, лесом, полем, шел там 20 дней, 20 ночей. И вот доходит, видит такая огромная пещера. Он подходит к этой пещере, заглядывает, а там такая темнота и так воняет с той пещеры. Он встал в эту пещеру и кричит: «Дракон, выходи драться!» Тишина такая. Эхо такое пошло. «Дракон, выходи драться!» Опять такое эхо пошло оттуда. «Дракон, выходи драться!» Тут такая голова огромная поворачивается, говорит: «Драться так драться, но нафига в жопу кричать?»